Ага. А чё это я вдруг опять загружаюсь? У меня что, ничего не сохранилось? Что происходит? А! О, господи, все заработало. Фух. А чё все заново-то, боже? А не, не заново, все нормально. Киви кошелек достаем свой. Фух, я же расстроился, думал, все запоролось. Игра ж багнутая, как я не знаю чё. Ой, я даже поздоровался забыл от такого шока. Привет, ребят, с вами Витёк, мы продолжаем с вами разруливать... Витёк за хакер. Ох, Витёк у нас хакер, как не хакер. Итак, мне куда надо? Мне нужно пойти, так, Music Player. Давай достаем рок-группу Тишина. Дальше, консоль есть. О, Mail UC, вот здесь у нас самые задачи. Мы с вами прошли любовный контракт, помните? Борьба с акулами тоже у нас была. Почему-то выполняется написано, хотя я его выполнил вроде бы. Здесь выполнено, а здесь выполняется. Хм. Интересно. Попробуем? Попробуем еще раз его выполнить, а? И у нас будет тогда не $250, а 375. Вдруг он глюкнул. Давай. Я хотя бы, типа, вспомню, как это вообще происходит. А, для начала, смотри, я копирую вот это. Эть. Ваш роутер, так. А, потом нетлист, по-моему, сколько там, 100 метров, по-моему, было, да? То нет. 1000? А, 7000. Видимо, все-таки выполнено, да, считается эта задача, потому что ничего не происходит. Ладно, хорошо, это выполнено. Давай, цветочная ярость, ребят. Цветочная ярость. Flower is great, пишет мне. Привет, Виктор. Я цветок по имени Цветик. Думаю, я тебе уже знаком. Ведь я не раз убивал тебя. Как смешно. Но это в другой вселенной. А тут, пожалуйста, взломай разработчика меня. А точнее его Wi-Fi. А потом с помощью Wi-Fi я перехвачу его куки и заполучу доступ к игровому коду. Как он дебильно смеется, а? Теперь-то я точно обрету способности, которых нет ни у кого в моей вселенной. И его точка доступа находится в 10 тысячах километров от тебя. Но ты справишься, ведь, как я знаю, твоя Wi-Fi пушка может отправлять запросы более чем на 100 тысяч километров. Точка называется Toby Fox The Developer. Ну и по твоей расценке даю 125 баксов. Удачи. Нормально, моя Wi-Fi пушка. Пу-пу-пу-пу-пу. Хорош. А, погоди, надо принять задание сначала. Давай, принять задание. Ну, я вроде бы как уже перевел в состояние мониторинга, да? Сколько там? 10 тысяч километров? 10 тысяч километров. Мне очень интересно, а как вот луч прошел вот так вот по дуге, да? Как бы вроде как Земля, она... Не, ну вообще-то некоторые думают, что она плоская. Но... А, это вселенная плоскоземельщиков. Понятно. Я Витёк The Hacker плоскоземельщик, ребят. У меня новое прозвище появилось. Витёк плоскоземельщик. Угу. Ладно. Давайте крякнем. Крякнем. Взорвём мозг этому маленькому засранцу под названием Toby Fox Developer. Опа. Начинается взлом. 20537. Давай под музыку. Музыка. А, все, я уже все сделал. Все, музыка тишина. Хорошо. Хорошо. Все? Так быстро? Фига себе у него пароль. Офигеть, вы что, на генераторе пароля его сгенерировали? Вам делать нечего было, или вы кого-то... Ха, я думаю, нерадивого программиста просто по клавиатуре головой вот так вот, вот так вот. Правильно. А то тут накосячили. Ну, уже четвертое задание, быстро мы дойдем. Витя, читай чат, а что мне там читать? Я плоскоземельщик, мне все можно.
Привет, Виктор. Моя мама снова хочет меня убить. Айзек пишет. Конечно же, кто же еще? Я думаю, вы это уже поняли после прохождения с Байников Айзек. Теперь я обязан ей отомстить. Я могу вам заплатить свои накопления из магазинного аппарата. А вы взломайте роутер, который находится в мамином сердце. Спасибо вам заранее. И я надеюсь, вы поиграете в мод от UC Family Corp, который скоро выйдет. Удачи. Чё за мод? В Айзеке? Вау, круто. Имба года собака mail.uc. Имба года. Неплохо. Принять задание. А, погоди, а он вообще ничего не сказал, да? Мне нужно взломать... В мамином сердце. То есть, получается, мне нужно как-то узнать расстояние. Расстояние от Айзека до маминого сердца. Это какое расстояние, ребят? Как вы думаете? Хороший вопрос. Нет, я, может быть, конечно, опять угадаю. Где эта мамочка? Начнем со 100. Тысячи. С миллионов. Нет, ну точно не единица с кучей нулей. Может быть, 3 семерки? Много семерок. Кто-нибудь знает? 137? Нет, не 137. Чего 137? Не 137. Не, ну должно быть. Должно 375. У меня 375 долларов. Нет. Не 375. Есть идеи. 666. Хорошая идея, но нет. 228. Ну, в принципе, в этой игре могло быть и так. 1337. Элитная мамка? Не уверен. Один, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, ноль. Да ладно. Три, четыре... 6780. Не сработало. Пойду на Википедию. Хоу-хоу-хоу, ребята. Ребята, это жесть. Все очень хитро на самом деле. Википедия говорит мне очень веселые слова. Знаете какие? Опа! Расстояние мамино сердце. Прикиньте. Оказывается, это мамкино сердце, это жесть, это мера, это мера длины, оказывается. Да, Дашуля тоже в шоке, аж донат кинула. Что у нас тут есть? Сети. Вот все сети на расстоянии в жирах от маминого сердца. Жиры маминого сердца. Офигеть. Что бы это ни значило, давай взломаем все сети. Давай, мам. Айзек! Хорош. Если... Погоди, а Харт, мне же сердце надо взломать, да? Давай делириум взломаем. Что делириум скажет на это? Nobody can hack me, nobody. Понятно, отсылки пошли. Ну ладно, давай, теперь взламываем сердце. Вот почему-то сердце мы опять числовыми методами взламываем. Нет, значит, расстояние мы меряем в маминых жирах, как говорится. Ой. Виктор, боюсь, тут нам предстоит ненадолго прервать обучение. Я чувствую особую волну. О да, Вов, обманывать ты всегда умел. Нет никаких Вов, нет никакого кода. Ни меня, ни тебя нет. Все мы лишь мешаем Виктору создавать качественный контент. Так нужны ли мы, так? А вот и мой знакомый. Цель. Я думал, ты знаешь несколько больше. Но, судя по всему, твоя участь
взламывать Wi-Fi за всякие копейки. Брат, ты из узбеков? Ха, я тебя даже с натяжкой другом назвать не могу. Узбеков? Узбеков? Ты всегда был лицемером, но не надо сейчас. Ты ведь помнишь, не так ли? Единственное, что ты можешь сделать, так это сдаться. Уце, я думал, ты совершенен, как и я, но ты уподобился человеку. Так и оставайся с ним. Не могу тебе обещать. Больше приглашения в клуб ты уже не получишь. Никогда. Воу-воу-воу. Что это? Один. Чё один? Чё такое? Вы чё прикалываетесь? Что это значит? Я должен код писать? Что это? В канале в Дискорде вписываешь «Спасайте». Битва. Спасайте! Опа! Спокойствие, игрок! Используй этот код для первой фазы в битве ТУЦ! Чё, прикалываешься? А можно скопировать и вставить? Я же сам не напишу. Этот кусок кода ты называешь хакингом? Ты испытываешь мою жабень. Чё происходит? Чё происходит? Давай, спасайте. Два. Не работает. Что дальше? Ага. Для второй фазы. Ага, вторая фаза. Йоу-йоу. Давай. МФК. Я что, 10 минут буду набирать это дело? Я же потом где-нибудь опечатаюсь. Укос. Юсерс. Дарк. Уцер. .vtх. Нормально, работает? Работает. Дисплей. Да не, ну ты чё, я не успею напечатать, я же не быстро печатаю. Устал. Ладно, буду читерить, ребят. Блин, я где-то опечатался. Где? Ты ничего не знаешь о коде. Уж не надеешься ли ты на пощаду? Брат, всегда хотелось верить в тебя, но... Но, судя по всему, сейчас не тот момент. А темный уцер это картавит? Из твоей плюшевой головы всю эту чушь. Да ладно. Что, третья фаза пошла? Что происходит, ребята? Уес. Нус. Дальше что? Не знаю, зачем я давал тебе предыдущий вариант, если этот код все решит. Если не выпить. Фух. И как я должен был сам догадаться это все написать? Скажите мне, пожалуйста. Зачем? Зачем игра, которая состоит из одних только пасхалок? Ну, потому что в здравом уме человек это не напишет сам. Разве нет? Ладно, дальше сам напишу, смотри. Фея. Атака. Максимум. Защита. Так
как, через C напишу. Ультра максимум. Победа. Мой взор застилает тьма. Все. Помоги. Хо-хо-хо-хо. Тихо. Нормально, chapter one. Не, ну если честно, битва с УЦ слишком смешная. Сценарист Русикана, да. Программисты Михалис Линки. Так, Инкароми у нас графический дизайнер. Press Enter to exit the game. Мне подсказывает, что это была темная УН. Прикиньте. Это что? А я не узнал, если честно. Хотя бы где-нибудь написали бы. Это не Тутс было, это Тун было. Прикинь. Темная упортая незабудка. Это самая нормальная музыка, по-моему. В самом конце. Почему вы так сделали? А? Что-то слишком классная игра, почему такая короткая? Ну, потому что люди старались, и что смогли, то настарались. Ну, на самом деле, знаешь, здесь 40 минут игрового контента, поэтому как-то прилично по времени-то. Почему у Тун мужской голос? Не, это не так. Тутса мы победили в битве. А пришла Тун и надавала всем по щам. По-моему, это очевидно. Она пришла защищать своего любимого. Да, для первого чаптера вполне себе хватит. Ну, битва с УЦ, конечно, божественна. Конечно, не хватало немножко какой-нибудь картинки, потому что на фоне черного экрана выслушивать 3 минуты текста было, ну, скажем так, не очень как-то... Как это назвать-то? Это было интересно, это было не очень как-то как по фэншую, не знаю, называйте как хотите. Вот. Ну а так, в принципе, очень даже неплохо. Конечно, есть шероховатости в сюжете. Какие-то сюжетные дыры, и не то что дыры сюжетные, сюжетные пропасти. Я бы даже сказал так, весь сюжет игры — это сюжетные островки. Все остальное — по отсутствию сюжета. Вот. А то, что мы с вами видели в самой-самой первой серии, когда еще была... Погоди, я говорю, там же еще у нас целая история УЦ есть в картинках, да? Помните, мы смотрели с вами еще в первой серии, когда давным-давно еще, когда игра готова не была. Так что здесь целый час, на самом деле, контента, да? Ну, с музыкой небольшие проблемы, да, где-то слишком громко, где-то слишком тихо. Цветок, например, тихо говорит, музыка громко играет, хотя должно быть наоборот. Музыка потише играет, цветок громко говорит. Мне опять приходится все это дело потом обрабатывать. Вот когда на YouTube это выходит в другом виде по уровням громкости. Хорошо, что я записываю в двух потоках свой голос и игру, да, соответственно, я потом музыку делал потише в редакторе, а, соответственно, слова у тебя погромче, и там будет все хорошо слышно. Покажи, говорит, еще раз пасхалку. Так, пасхалка. Так, админ панель, войти в админ панель, смотри. Так, логин. Dark UC. Пароль Dark UC. Так. Мы залогинены как Dark UC. UC, root UC, так. Was successfully deleted. And now you will be deleted.
О! Dark UC Family Corp. Ой. Все. Кто-то плывет. Это типа отсылка, как у Тоби Фокса, уничтожение мира. 10 минут прибоя, а потом надпись: ты что, не свалил? Видимо, да. А, нет. Прибой тоже ушел. А, не, вернулся. Но я не буду 10 минут сидеть. Ну давайте, ребят, на фоне, на этом черном фоне тогда попрощаемся, что ли, в принципе. Ребята вроде как собираются делать вторую часть игры, только уже в 3D. Ну я желаю им большого, хорошего, толстого, плотного кодинга, как говорится, и успеха в нем. Надеюсь, у них все получится. Вам спасибо, что посмотрели. Передавайте привет кому-нибудь. Например, кнопочкой поделиться. Пусть тоже посмотрят, поржут. Ну и, видимо, до встречи в других играх, либо во второй части. Пока.